Здрасте. Вы Светлана Шевардина? Да. Я бы хотела с вами поговорить. Поговорить о чем? Скорее, о ком. О ком? О Валентине Харькове. Знаете такого? Знаю, да. А вот с вами я не знакома. Ну вот и познакомимся заодно. Ну хорошо, проходите. Проходите в комнату. Проходите, пожалуйста. Хотите чаю? Я поставлю чай. Нет, я просто зашла посмотреть в ваши глаза. Да? А что же на них смотреть? Осталась ли там хоть капля совести? Я не очень понимаю. Нет, это я ничего не понимаю. Значит, своего мужа потеряла. Можно чужую семью разрушать, так что ли? Я поняла. Вы, видимо, жена Валентина. Наконец-то дошла. Мы с Валентином друзья. Это что? Он от тебя не вылезает, а вы просто друзья. Отлично, молодец. Послушайте, девушка. Я не девушка. Я не девушка, я Вера. Слышишь, я Вера. Да, Вера, послушайте. Дело в том, что мой покойный муж и Валентин были очень близкими друзьями. Очень правдоподобно. Очень правдоподобно. Но только у Харькова никогда не было друзей, слышишь? Он не сам об этом рассказывает. Да он много чего тебе может рассказать. Он знает о моем покойном муже такие вещи, которые мог знать только родственник или очень близкий друг. Я не понимаю, что у вас тут происходит, но я точно знаю, что один из вас врет. Вера, я никак не претендую на вашего мужа. Мы с ним просто друзья. Милая моя, мужчина и женщина не могут быть друзьями. Эта дружба заканчивается в постели. И не я это сказала. Вера. Холера! Хватит мне лапшу на уши вешать. Ты посмотри на свой живот. С кем уже надружила? С моим или со своим? Вера, уйдите, пожалуйста, из квартиры. Сейчас же. Я выйду, но только Валентина я тебе не отдам. Уходите. Льются тебе мои слезы, тварь. Алло, скорая? Я врач 16-й больницы. Срочный вызов. Девушка, срочный вызов! Мама? Да, сынок, что-нибудь случилось? Привет. Привет, ничего. Просто зашел. Ну что, лучику? Или молока с пирогом с капустой. Ты уже любишь? Да не, мам, спасибо. Я не хочу. Понятно. Тогда я просто полюбуюсь тобой. Как ваш праздник? Праздник? Ну, приходили с работы мужчины. Просили твои фотографии для стен газет. А, да, это все хорошо. Погуляли. Правда, я их не знаю. Это что, новенькие? Угу.
На ИКИ. Две недели как работает. Мам, я на самом деле попрощаться зашел. Понятно. Уезжаешь. Только на этот раз далеко и надолго. Ты мне звонить будешь? Там связи нет, мам. А когда уезжать? Завтра вечером. Понятно. Ну, тогда счастливого тебе пути. И помни, сынок, что я тебя очень люблю. Последний вопрос можно? Как там мой Валя? С ним все хорошо? Да. Аничен. Ты, конечно, не волнуйся. Роды у Светы срочные. Приезжай скорее. Давление? 150 на 110. Укол. Готовим место надреза. Пинцет. Ребенок родился здоровый. Мальчик. Светлана. Она в коме. А вы не подскажете, на каком этаже лаборатория? Светлячок, как же так? Тебе надо жить. Ты должна растить нашего сына, быть счастливой. Неужели это я во всем виноват? Ну что? Пока ничего, как в воду канул. Другие выходы здесь есть? Мы охране приплатили. Если что, нам сразу свистнут. Смотреть не упустите. Угу. Шеф не появлялся? И не звонил? Что случилось-то? Так, не спрашивайте. Да-да, хорошо. Я все поняла. Валентин, врачи делают все, что возможно, все, что в их силах. Только неизвестно, как долго это продлится. И чем закончится. Когда я смогу ее увидеть? Я сообщу. Давайте подумаем, что делать дальше. После выписки я могу взять ребенка себе на какое-то время. Отпуск возьму, договорюсь как-нибудь. Спасибо, Ларис. Угу. Да и еще нужно подумать, что делать с собакой. Может быть, в приют? Джека я заберу. Хорошо. Давайте надеяться на лучшее, Валентин. Угу. Спасибо. До свидания. Вот как. Сына своего должен отдать Ларисе, а я его даже еще на руках не держал. Юрий Викторович, вас там ищут. Да что ты говоришь, а я не знал. Спасибо, что предупредила. Уже который день ищут. Юрий Викторович, я… Вот, деньги немного, но сколько могу. И по поводу жилья, вот адрес. Это мой сосед. Пенсионер. Он живет за городом. Вы скажите, что от меня. Он дорого не возьмет. Его зовут Павел Георгиевич. Я понял. Ты-то что вся такая на нервах? Это бытье около офиса. Вас ищет, вы прячетесь. Еще эта история со Светланой Геннадьевной. Такое горе я…
Какое горе? До сих пор прийти в себя не могу. Вы что, не знаете? Я тебя спрашиваю, что случилось? Светлана Геннадьевна после родов в коме. Что? В коме. Зуев сказал. Ребенок жив. Мальчик. Юрий Викторович, я... Так, Наташа, все, иди давай. Иди работай. Господи, что происходит? Кошмар. В коме, говоришь? Ну что, Харьков, сейчас плохо не только мне, да? Здравствуй, Валь. Вера, только тебя мне сейчас и не хватало. И как ты тут оказалась, интересно? Что, не хочешь разговаривать? А я вот с твоей новой пассией поговорила. Милая дама, все хотела меня чаем напоить. Да вот мне что-то что? Полезло. Не знаешь почему, а, Валь? Она в коме, Вер. После твоего визита преждевременные роды. Я ее даже пальцем не тронула. Ну да, гадости наговорила. Я не хотела. Просто этот человек наговорил мне про вас со Светланой. Какой человек? С твоей работы. Какой человек? Максим. Максим? А ты-то тут каким боком? Неожиданный поворот. Валя, подожди, ты уходишь? Вер, ты прости меня. Ты прекрасный человек. Я не могу быть с тобой. Все, что произошло, это ты не виновата. Вот и да, виноват я. Вот такой вот парадокс. Ты будешь счастлива, я точно знаю. Ты верь мне. Пусть тебе все будет хорошо. Ладно? Товарищ майор, разрешите? Так, давай позже, у меня тут завал с макулатурой. Я думаю, завал подождет. Я тут пассажира привел интересного. В общем, пассажира. Вот, садись. Кое-что по делу Воробьева интересное. Здрасте. Привет. Две недели назад мы были с женой за городом. Остановились по лесу прогуляться. Я совершенно случайно забыл выключить видеорегистратор в машине. Дальше, дальше. Так, Паш, не мешай. Дальше. Я скачал инфу с видеорегистратора. Решил посмотреть. В общем, там записалась какая-то погоня. Одна машину, другую пытается с трассы столкнуть. Ну, подрезает ее специально. Все это очень хорошо видно. Так, и что? Я пробил в интернете. Действительно, на этом участке дороги была авария. В тот день. Машина слетела с трассы. Так вот, именно эта машина у меня на видеорегистраторе и записана. Ну, естественно, та, которая ее подрезала. Речь о машине Харькова. И марка машины, и номера. Я уже догадался. Так чего ж ты с таким счастьем только сейчас пришел? Так мы это с женой просто на следующий день улетели в Египет отдыхать. А видео я только вчера посмотрел, когда вернулись. Ну, а ты саму-то аварию потом видел? Нет. Так не видел. Ты же мимо должен был проезжать. Мы это... Ну... Когда погуляли по лесу, развернулись, обратно домой поехали. Вещи собирать в Египет. Понятно. Ну и что со второй машиной? А, это мы сейчас выясним. Слушай, ну он... Максим! Что-то случилось?
Все нормально, мам. С работы. По работе, Галина. Закрой дверь. Позже приду. Кто? Мазуров. Мазуров, как же ты низко пал, надо же. Ну, держись, Юра. Держись. Да, это машина Харькова. Черт. Номер второй машины не читается. Паша, надо, чтобы компьютерщики над этим поработали. А я файл отдал, они уже работают. Молодец, оперативно. Ну что, тогда дождемся информации от них. Там вторая машина сейчас обратно поедет. Где-то минут через три. А чё ж ты молчишь? Чё, я не молчу, я говорю. Ну, прокрути. Сейчас. О. Стоп. Увеличь. Еще. Это Мазуров. Давай, загоняй машину. Здесь тихо, спокойно. Сам бы жил, да дочь в город зовет. А вы-то что, из города сбежали? Я? Роман написать надо. Писатель, значит? Ага. Ну, тогда желаю хорошо насладиться тишиной, ну и творческого вдохновения. Вот ключи. Ежели что, звоните. Со связи у нас вроде полный порядок. Ну и счастливо оставаться. Да, и вам всего доброго. Алло. Это я. Почтальон. Или как там тебя? Друг Сергея? Ты что, ты не поверишь. Мне тоже искренне жаль тебе этого. Кстати, если бы не ты, то у нее таких проблем бы не было. Че ты замолчал? А? Правда заткнула? Или ты думал, что тебе не аукнется? Оно вон как прилетело. Да больно тебе? Больно? А так будет еще больнее, ты понял? Хочешь еще раз встретиться? Хочу. Только на сей раз время и место встречи назначаю я. Что мне делать, а? Я должен убить Мазурова. Но вдруг это убьет Свету? Что, если это как-то связано? Что мне тогда делать? Как определить, что главное? И ангел-хранитель, мне надо с тобой поговорить. Извините, закопалась. Сейчас мы. Пожалуйста. Дочка у вас красивая. Ну что? Может, ты у мамы бываешь? Она весенняя у меня. Мы с ней весну 20 раз вместе встретили. 21-й не получилось. Извините. А что случилось? Лавина. Она в горах. Первый раз была. С друзьями. Спасатели появились быстро очень. Спасли. Всех спасли. Кроме Леры. Сережа, вы знаете, я думала, лавина. Это снег. Пушистый, мягкий. Разве может он убить? А потом оказалось, нет. Это деревья вывороченные. Это камни. Могилки нету, Сережа. Я ждала очень долго. Я год ждала, что вот сейчас она сейчас постучит. Сейчас она мне позвонит.
Нет. Это не Георгиевна. Она вас там слышит. И заботится о вас. Побудь с ней. Только недолго. Врач скоро придет. Если просто, можно будет вдвоем останемся? Можно. Спасибо. Я же не просто сюда вернулся. Я тебя спасу. И малыша нашего спасу. Я теперь все понял. Мы вылезем отсюда. Простите, пришел врач. Простите, у вас все в порядке? Вы меня спрашиваете? Тебя спрашивают. Меня же она не видит. Подождите, как не видит? Я тут уже 3 года. Вон там, в конце коридора, меня убили. Травма головы. Пациент умер, родственники отыгрались. Отчим, зараза, добился вскрытия. Ну, сам понимаешь, органы, трансплантология. Ну, вот и получается. Я одних убивал, а других спасал. А там, видно, сосчитать все не могут, чего больше. Я тут и болтаюсь уже 3 года, как неприкаянный. А может, оно и неплохо? Хрен его знает, что там, куда тебя запишут. Послушай, ты ведь там был. Расскажи, как оно там? Ну, есть же какой-то алгоритм процесса. Извини, что-то завис. Что? Ну да, ты о ней и все. Я, конечно, совсем по-другому бы ее лечил. Что значит, как нужно спасти? Ну, знаешь, у каждого врача свои методы. Послушай, я прошу тебя, помоги, спаси ее. Ну и как ты себе представляешь? Я это не ты, не он, не она. Ну, ты... у меня другое физическое наполнение, я пустота. Ты можешь сказать мне, я ей передам. Да. И тебя послушают, да? Тебя, свихнувшегося торговца запчастями. Светила медицины будут слушать, как вывести из комы. Ты спрашиваешь, как они там наверху считают? Они считают, считают все, да, каждой мелочи считают. Каждую мелочь. Ну, мелочь – понятие относительное. Ну, мне, например, они припомнили сбитую собаку. Ты серьезно? Ну что, картинка начинает меняться. Теперь точно ясно, что Харьков и Мазуров знают друг друга. И между ними идет война на уничтожение. Причина войны? Ну, я думаю, смерть Воробьева. Почему? Чувствую. Наши какие действия? Ну, я думаю, для начала надо аккуратненько проведать враждующие стороны. И начнем мы с Мазурова. Вы ему звоните, да?
Представь себе, да. Так, а ты пробей пока на работе. Так, Паша. Наташа, здравствуйте. Лейтенант Павловский вас беспокоит. Скажите, как мы можем найти Юрия Викторовича? В отпуске? А надолго? Не знаете, да? Ну ладно, спасибо, всего доброго. Привет, бойцам любимого фронта. Здравствуй, Марик. Я возвращаю ваш портрет. Черт, я уже забыл про нее. Не напрасно. У этих пальчиков на этом стаканчике интересная история. Они есть в базе? Я же сказал интересную, а не банальную. Марик, ну давай, не тяни. Ладно, исключаем твои пальчики на этом стаканчике. Так, мои пальцы что, есть в картотеке? Ну как, по-твоему, я должен их отличать? Логично, но неприятно. Ну, а теперь о приятном. Ты помнишь карабин с чердака? Ну, который бомж заляпал. Ну? Ну, один отпечаточек остался внятный. Так вот, у того отпечаточка и этого на стаканчике один хозяин. Юрий Владимирович, кто пил из стаканчика? Вы мне не рассказывали. Я пил. Трогал хорьков. Ладно, ладно, вы тут сами разбирайтесь, я исчез, у меня дел по горло. Спасибо, Марк. Юрий. Мы будем кушать. Сейчас я тебя покормлю. О, тихо, 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 тихо. Тихо. Да, старик, не повезло тебе с родителями. Были бы они позговорчивее, все было бы нормально. Сейчас. Сейчас мы покормим тебя. Сейчас. Должно уже было остыть. О, хорошо, все отлично. Ну, давай, ням-ням, вот. Оп. Да. Как мало нужно для счастья маленькому человечку. И как много надо большому. Вот, машине он сюда подъехал. Какая цвет, Марка, запомнишь? Нет, не помню. Вошел внутрь с большой сумкой. Лицо у него было незнакомое. Хотя врачи из других больниц у нас часто бывает. Но я удивилась. Когда потому, вышел? А он не выходил. Как не выходил? А может быть, он через сюда не вышел? Пойдемте, покажу. Пойдемте. Валентин, я просто не знаю, что теперь делать. Лариса, главное успокоиться. Все будет хорошо. Но полиция уже работает. Валентин Владимирович. Добрый день. Не хочешь заводиться. Что-то мы с вами, Валентин Владимирович, только по грустным поводам встречаемся. И на звонки вы не отвечаете. Извините, был без звука. Мне кажется, Валентин Владимирович, что вы со мной не совсем откровенны. Если не сказать больше. Не понимаю, о чем вы. Почему вы скрыли тот факт, что знакомы с Мазуровым? Более того, недолюбливаете его. И, похоже, эта нелюбовь очень даже взаимна. Вы что, не слышали о таком понятии, как правдивые показания?
А если они находятся за гранью реальности? Я не знаю, о какой грани вы говорите, но у меня есть такое ощущение, что исчезновение ребенка Светланы и ваши отношения с Мазуровым тесно связаны. Если бы говорили правду, то этой ситуации можно было бы избежать. Вы знаете, где Мазуров? Нет. Опять врете. Если дальше будете не договаривать, может погибнуть только что родившийся ребенок. Представьте, если бы этот ребенок был ваш. Вот такая вот штука, малыш. Жизнь, она, знаешь, как халява. Не знаешь, когда закончится. А знаешь, что в твоем возрасте самое прекрасное? То, что ты не боишься смерти. Потому что не жил еще. Так все-таки... Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, а? Валентин Владимирович. Я не понимаю, о чем вы говорите. Гоголем, что ли? Вы очень хотите поговорить о литературе? Хорошо, тогда другой вопрос. Стрельбой из охотничьего карабина с чердаков давно увлекаетесь? Кто и кого из вас хочет убить, это мы выясним. Но вы уже пытались это сделать, не так ли? Опять телефон не берете? Извините. Я тебе говорил, что тебе будет еще больнее? Да. Вот теперь я хочу с тобой встретиться. Только для начала запомни несколько новых правил нашей занимательной игры. Любое резкое движение... Меня с твоей стороны убьет ребенка мгновенно. Ты меня понял? Да. Никаких ментов. Никакого оружия. И ровно через час... Я жду тебя на месте нашей предыдущей встречи. Телефон не отключай. Ты меня понял? Да. Вот и хорошо. Вы не против, если мы продолжим нашу беседу в отделении? Я понимаю, выбора у меня нет, да? Главное, чтобы у вас возникло желание помогать следствию. А его приходится стимулировать. Машину. Катаемся, поедем. Тихо. По поводу Скрябина готов с вами поспорить. У Мазурова стопроцентное алиби на момент его убийства. Откуда у вас такая уверенность? Я там был. И что вы там делали? Хотел убить Мазурова. Значит, охотничья пуля в дереве ваша. Моя. Так чего вы сразу-то не рассказали? Раньше не мог. У вас почерк такой же, как у Сергея Воробьева. Я знаю. Объяснить сей феномен можете? Боюсь, вы не поверите. Я постараюсь. Сергей Воробьев — это я. Вернулся с того света, чтобы защитить ее. Да. Все факты указывают на это. Валентин Владимирович, вам придется рассказать это еще раз для протокола. Подожди. Не договаривались. Девушка, прекрати. Милая, у нас были совсем другие планы. Да ладно.
на он что? Ефимов! Да? Ефимов! Ты твоя трепа, так что не умирает! Ефимов! Дмитрий Андреевич, восьмая палата, Шевердина, срочно! Свободен. Паша, дуй за дактилоскопией. Есть. Присаживайтесь, ориентировочник. В машине есть датчик GPS, можно его отследить. Вот этим и займись. Передавай мне во всех его передвижениях, тут никому ни слова. Тепло. И мухи не кусают. Что еще надо? Да, Паша, где он? Он на Ленинградке движется в сторону Химок. Понял. Если не свернет раньше, сообщи мне его маршрут после выезда из города. Понял. А подкрепление высылаем? Не надо. Сам справлюсь. Есть. Да, Ларис, слушаю. Света пришла в себя. Слава Богу. Повтори. Света вышла из комы. Она пришла в себя. Валентин, ты меня слышишь? Да. Пусть ей никто не говорит про ребенка. Ни при каких обстоятельствах. Что-нибудь придумай, хотя бы до завтра. Я его найду. Все. После МКАДа он повернул направо. Едет в сторону заброшенного завода. Нам других дорог нет. Скорее всего, он туда движется. Я все понял, Паша. Ну так что, подкрепли. Я не должен никого убивать. Я здесь, чтобы спасти своего сына. Thank you.
Ну, здравствуй, человек-загадка. Где ребенок? Что-то как будто в детский сад пришел. Прямо с порога. Где ребенок? Может, для начала познакомимся? А то я тебя ни черта не знаю. То ты почтальон, то воробей. Так, я на месте. Больше мне не звони. Сам наберу. Пока. Я спросил тебя, где малыш? Спит малыш, спит. Где? Да здесь рядом, не переживай. Пока я его не увижу, разговор не будет. Это куда? Разговор еще не окончен. Стоять! Стоять, я сказал! Почтальон, ты где там затихарился? Я тебе говорю, разговор еще не окончен. Слышишь меня? Ты давай ты мне документы покажи, а я тебе мальчика. Ты где, алло? Ребенка на место положил? Ты что, оглох? Я говорю, ребенка на место положил. Гражданин Мазуров, брось оружие на землю. О, какой крутой мусор. Слышь, майор, я сейчас заберу ребенка и спокойно уеду. И все останутся живы и здоровы. Никуда ты не уедешь. Ойли! Слышь, Штирлиц, ты в людей хоть стрелял? Брось оружие. Я так и думал, два раза в год в тире. Брось оружие, я сказал. Ребенка на место положил, считаю, до трех. Раз. Мазуров, сдайтесь. Вам это зачтется. Нам всем на том свете зачтется. Два.
sitting on the top of the world. I can't remember how it was before. You think it's nothing?